Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня на работе, вот, ну, решила похрустеть, соскучилась жутко. Много чего произошло, как у нас жарко. Я вооружилась мухобойкой. Ах, хорошо. Короче, дверь открываю, чтобы сквозняк делать в сауне. Мухи толпами летят. Это вообще брызгать каким-то рейдом там или еще что-то. Фумигаторы тоже не спасают. Поэтому все вручную, все техническим способом. Так что, если что, буду колотить, не пугайтесь. Так, ну что? У меня вот такая тарелочка здесь. Горный кусочек, халань кусочек, щербета кусочек. Алёшка, кусочек Алёшки замочила в яблочном соке. Ну, хочу вот так. Теперь... Решила сделать пасту. Житысай чернослив. Вот такой вот кусок, да? Пахнет, конечно, изумительно какой-то кислинкой. Вода отдельно от содержимого. Короче, ил илом. Земля ил. Запах у пасты, конечно, в мокром виде стал еще ярче, чем в сухом, такой прям кислинкой какой-то. Вот. Не то, что вот, допустим, я из прессованной морской сливки сделала пасту. Здесь чистая побелка. Конечно, растворилась моментально. Такая вот пасточка получилась. Что хочу сказать, вот это вот я не рискну есть. Во-первых, только залила водой. Сразу всплыли мошки. Мошки, вот такие вот мошки. И этот, солома. Посмотрела, ну вот то, что вот мы месим, да, в речке ногами, ил этот, это вот. Я боюсь даже это в рот взять, если честно. Ну, в общем, короче, тут у меня розовая узбечка. То, что здесь было в сауне. Оно до конца еще не растворилось. Ну, на всякий случай. Вы знаете, что я с пастами не дружу. Поэтому вот, вот так вот. Так, ну что, хочу горный. Куда окунуть? Сюда, туда. В узбечку. Пыльный вкус. Твердый, сразу в кашу. Муха. Мне всех еще убило. Я хотела, почему я взяла халань? Хочу сливки на халань. И в крошку. Тут у меня крошка такая. Всяко разная уралка, тут все на свете. Уехала мама в Воронеж. В субботу ночью улетела. Теперь она жительница России. А мы остались вдвоем с Данькой. Мы тоже будем собираться. Потихоньку будем собираться. Тоже надо ехать. Не останемся же мы тут вдвоем с ней.
вода с каким-то привкусом. Щербет. Какой твердый. Очень так это намешала. Хочу, как Натуля сказала, Наталья Хрум-Хрум, хочет мороженое сделать. Я, наверное, тоже сделаю мороженое. Еще надо какую-нибудь, но только не эту глину. Какую-нибудь темную хотела, но нет. Чародейку, что ли, взять. Это что-то нечто. Прям ил-илом. Алешка. Короче, надо будет замутить что-нибудь такое красивое, как у Натальи. Буду обезьянничать. Если у самой тямы не хватает, буду смотреть, как Наташка делает. У нее фантазия большая, широкая, разнообразная. Ну что, ребята, дома посидим подольше. Здесь долго сидеть. И то хорошо, что, блин, села. Долго посидеть здесь не получится. Каждый раз боюсь стука в дверь. Сейчас придут, а у меня тут все наставлено. Короче, буду что-нибудь фантазировать с этими пастами. Ну, сливки. Не знаю, что такое. Ну, не люблю их пасту. Ну, как бы я ни старалась, как бы я ни пыталась. Глина в сухом виде грызть мне ее больше, конечно, нравится. Но вот этот кусок. Кусок ила с грязью засохшие. Пахнет вулканической породой какой-то, что ли. Я не знаю, что это такое. Ой, извините. Ладно, ребятки, давайте я побежала. Завтра мне домой. Завтра мы, по-моему, замутим какой-нибудь мукбанг. Что-нибудь вкусненькое покушаем. Но опять же так, две части. Сначала покушаю обычную пищу, а потом мелок. Что-нибудь выберу в своих коробках огромных. Всех люблю, целую. Пока-пока.